Так, всем привет! У нас на канале новенький Тимур. Привет всем! С Таджикистана. И вот его Ява, ребята, зацените. Ява 350, 638 ТС, да? Twin Sport. Twin Sport. Такая вот эта самая. Сколько она у тебя уже? Она месяца три. Месяца три, да? Mm-hmm. И ты ее уже успел... Успел отремонтировать. Отремонтировать, восстановить, покрасить, перекрасить. Покрасить, да? Перекрасить. От стекла струить, от песка струить. Ну а была она тут с наклейками, с да? С наклейками, там? Как у 639, вот такие вот они так идут по-другому. Потому что на Европу они так и шли с таким наклейками больше, вот с таким. Ну, мне такие как бы больше наклейки нравятся. Такие. И она с Голландии, да? С Голландии, я привез ее. 36 тысяч пробега было у нее, сейчас у нее уже 37 тысяч пробега, оригинал. Год какой? Год 91, по-моему. 91 год. Да, вот 91. Ну а тебе что же, параграф 21? 21 параграф, да? Надо было полностью делать на нее, как она по-русски, апнамой, как называется? Да, 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 фоль апнамой. Ну да. Чтобы получить документы немецкие. Карбюратор пришлось мне пока поставить другой, потому что с тем карбюратором я еще сейчас с эмульсионной трубкой вожусь немножко. Иков я снял, поставил пока ПВК-30. ОКО. ОКО, да. Ну, вроде ничего, нормально тоже едет, но это так, на время, потому что хочу все равно перейти на Иков. Так, ну что еще? Сиденье так и была или нет? Нет, сиденье я заказал с России, вот этот чехольчик мне, спасибо, как его, Вальдемару, он где-то недалеко от нас живет, он мне этот привез с России. Ну. Очень хороший чехол, подошел отлично, все, он сидит ровно, никаких этих нету изъянов. Классно, что еще тут менял? Глушителя менял. Тоже новые, глушителя, да? Чешские, но, нет, турецкие глушителя, чешский хром. Чешский хром. Чешский хром, глушителя турецкий. Что еще? Ну, так по мелочам. Поворотники передние не мог найти. Поставил китайский пока. Это вот китайские стоят. Мне они не так уж нравятся. Потому что прокладок никаких, резинок нету. Будет пропускать, если под дождем. Но я ищу сейчас. И дуги ищу передние. И зеркала ищу, родные велерокс. Я это пока так, китайские стоят, потому что другого ничего не было. Пульты все оригинал, пульты, да? Все оригинал, китайский не хотел ставить, оставил такие, как есть. Но они отлично состоят. Чуть-чуть пошарпанные, но зато работает все отлично. Угу. Пробег оригинальный, скручивать не стал на ноль, так все оставил. Но. Мне это не сильно важно. Скорость, кто спросит, 130 давал. Идет по GPS-у. Выжимает, да? Выжимает. И на старом карбюраторе 127 идет, и на этом 130 идет. То есть, ну она не для гонок. Она, да, вот именно. Так, чтобы 100 едет, хватит. Больше она и не идет. Ну все, в новом цинке все оцинковано. Единственное, что вот это не по заводу. У них завода эти ножки черные идет. Я их решил в цинк сделать. Гальваника цинкованная. Боковая ножка тоже. Ну и так, все детали тоже. Все, оцинковка. Болты в основном я оставил оригинальные. У них даже вот этот кенсачник LE есть, который вот у них есть. Некоторые болты попали, что перекрутило. Они 5,5 идут. Пришлось мне один болт, там, например, поставить 8,8. А так в основном болты все оригинальные оставил я. Замок тоже оригинальный, да? Замок оригинальный, да. Вообще техника. Это пришлось перекрасить структурной краской. Угу. Такой, чтобы было под структурно все. Фильтрный бачок тоже таким же этим структурной краской покрасил. Пластмассовой. Задний подкрылок тоже, чтобы не блестел. Ну, вообще лапочка, да? Да. Диски не стал менять, диски оставил как есть, потому что не хотел эти кооперативные, оставил. Более-менее они так же выглядят. Да, они хорошие. Есть желание переднее колесо поменять на 640 поставить, но это со временем. Вот так вот выглядит снутри. Аккумулятор, у него зажигание стоит вейп, бесконтактное. Уже было, да? Уже было, бесконтактное, да, зажигание. Масло с собой возишь? Масло с собой вожу на 10 литров у меня, вот, если что, раз. Без масла, как без воздуха. Но базара нет. Вообще, я говорю, ребята, зацените, блин. Она лучше, чем с завода. Я аж удивился. За 3 месяца ты смог, да? Да. Видишь, я все делал сам. Пескоструйный аппарат тоже у меня самодельный. Песочек просушил, все отпескоструил, все покрасил на работе. Это уже третья Ява здесь. Это третья Ява у меня уже здесь, да. До этого были старые. Такие, да? Же самые. Такие, а, же, такие самые. Же самые. Да, все 638, потому что это как бы мое поколение.
634-я тоже мне очень интересно, но вот 638-я как бы... Вообще тебе самое интересное, конечно, лишь Планета Спорт, да? Лишь Планета Спорт очень интересно, но найти как трудно, в состоянии хорошем трудно найти. Да-да, не, восстанавливать придется. На Яву как-никак все равно запчасти еще есть. И да. Новодельные много, китайские есть, но китайские запчасти я, в принципе, не люблю, потому что это все на время. Да-да-да. А так у тебя там был, да? Да. В Таджикистане, в Ленинабаде у тебя был это, тоже ПС? ПС был, планеты были, Петра все было. На резиновых подушках он у тебя был, да? На резиновых подушках, вот только я не помню, какой карбюратор, какая электрика, Стэнли, не Стэнли, это вот даже не помню почему-то. Ну, так что Тимур еще задумывается, чтобы было бы неплохо ПС заиметь. Да, было бы неплохо, может быть, как-нибудь найду я его, уже лет 10 ищу. Ну тот с Голландии неплохой был, конечно, да, синего неплохой, цвета, как синего и мой. Цвета, за 1400 с копейками ушел. Это вообще, да. Тора сильно не лазил, поршневая все у него как была, так и есть, потому что хозяин до меня на нем ездил. Единственное, что он был сильно убитый снаружи. Поменял цепь, сцепление, ну, моторную цепь, приводную цепь, резинки все перекрасил, колодки новые, вот так все, резину переднюю. Барумовскую убрал, поставил Метцлер, в принципе, нормально, я доволен. На той Яве у меня стояла Митовская резина, Митос, тоже хорошая резина Митос. Ну да. Я что-то вот сейчас попробовать хотел Метцлер. Ну ничего, мягенькая резина хорошая, идет нормально. Ну вот у меня вот стоит это. Хайденау, да? Не-не, у меня стоит вот это вот, как ты сказал. Митос? Митос, да. Ее в Словении делают, и в Чехии. В Словении тоже, по-моему, делают. Ну, у тебя обе же это, да? На... Не, сзади Данлоп. Не, я имею в виду на 18, да? Обе на 18, передняя 3,25, задняя 3,50, по-моему. Вообще, по идее, нельзя разных фирм, слышь, у немцев тут. 3,25, 3,50, да, я спрашивал. Нельзя по идее. Он говорит, по идее нельзя, но на техосмотре он сказал, что ничего страшного. Ну, а дорого тебе этот параграф вышел? Нет, 240 с копейками, там 240, да, пойдет. Проблема была в том, что я прошел на ТЮФ, в ТЮФе сказали 2,700, по-моему, сказали. Да, ну. Да. И еще примерно 700 евро за ауспуф, за глушителя, потому что после 89-го года надо уже проходить загазованность. И сказали очень дорого. Потом пришлось в Декру позвонить, и в Декре человек сказал, приезжай, я сделаю все. У него был технический лист на этот мотоцикл, но все равно замерял высоту, сколько он весит, сколько он делает, да. Все, все он замерил, сколько он это выдает децибалов, все замерил, и все, 240 евро с новым техосмотром. Пошел, получил бумаги, нормально. Номер. Все. У меня что-то под 350 получилось. Декри очень быстро сделал. Ну, повезло тебе. Повезло, отлично повезло. Я, видишь, я из той Явы к нему приезжал, к этому человеку в Декри. И он уже как бы эти мотоциклы знает. А кто не знает, они говорят, нет, это очень долго и дорого. Вот именно, потому что они не знают, и они ввозиться не хотят. Я уже звонил даже в Десау. ТЮФ Декра, и в ТЮФ и в Декру Десау. Десау это там, где Чехия, граница. Я знаю, знаю. Да, туда звонил уже. Думал, что у них эти мотоциклы есть. Тоже ничего у них не было. Ну, ты только до октября можешь ездить, да? Да, я зимой не езжу, как бы. Ну. В принципе, можно было бы, когда погода хорошая, но как-то жалко. Базара нет. Ну и мы сейчас в честь 9 мая сделаем продубасик с пацанами. Да, всех с праздником. Да, всех, кто нас смотрит, с великим праздником, Днем Победы. Ну и мы сейчас поедем, короче, ребят, на озеро. Димон приедет, Саня на Юпитере 5, так что мы сейчас с Тимуром, я на ИШПС. Давайте, не переключайтесь, смотрите дальше. Теперь ты на очереди. С руки завел. Ну, Ява, что ты
обгоняйте меня, Сань, там не заблудитесь уже. Ну что, обгоняйте меня, чтобы я вас поснимал. Езжайте, езжайте. Не пускают теперь, а? Не пускают, да? Нет? Давай так. Что они кричат? Ну, перекурим. Видал, разложился там кто-то. Саня, аккуратнее. Кто-то разложился, да, там нашел. Конкретно, блин. Я камеру не включил. А уже увезли, да? Ну, уже, видать, увезли его. Одни запчасти. Ну, немного народу, видишь, из-за того, что закрыто, скорее всего, да? Видишь, 10 минут. Через 10 минут, ну. Никуда нельзя, да? Ничего нельзя, нахуй. Сейчас, блядь, такие металлы, что не сама лучше подальше где-нибудь, никого не упадет. Где, блядь? Чего с ним? Мы не знаем просто, понимаешь? Вот именно, чтоб никого не было, блядь. Везде все, да. Что везде гуляют.